Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре новый майнер по заработку криптомонеты Shiba Inu или Dogecoin. Так вот он выглядит. Здесь это можно все перевести и почитать. Также здесь есть русский язык, английский, португальский, русский. Ставим нужный язык и изучаем информацию. Регистрация здесь наипростейшая. Username, email, пароль, еще раз пароль, капча. Нажимаем зарегистрироваться. Логин по email и паролю. Также капча и заходим. Значит, мой кабинет. После того, как мы зайдем в кабинет, нам дается бонус 60 ГХС мощности. И нужно обязательно подтвердить адрес электронной почты. Я только зарегистрировалась, еще ничего не делала. Send. Сообщение отправлено. Идем на почту. Если письмо не пришло, нужно проверить папку спам. Спам тоже пусто. Ничего нету. Может, придет позже. Вот. Так, здесь у нас что он завис. Так, профиль. Ну, здесь вот юзернейм стоит, и ничего такого нет. Можно это заполнить, оно не обязательно. Выход, изменить пароль. Далее. Давайте пройдемся по вкладочкам. Home — это вот домашняя страничка у нас. Идет, что я вам показывала. Дальше новости. Поставим на русский язык. Новости. Почитать. У нас. Также это все можно прочитать. Руководства здесь нет ничего. Далее что? Идем в домашнюю страничку. Вот мой счет, кабинет. Значит, смотрите, здесь, как я уже сказала, есть Shiba Inu и Dogecoin. Я выбрала Dogecoin. Как это все делается? Видим, что активно и идут начисления. Вот здесь вот на этот кружочек кликаем и выбираете, что вы хотите. Dogecoin, Shiba. Если вы хотите Shiba майнить, вообще стоит по умолчанию Shiba Inu. Кликаете Shiba Inu. Все. Теперь началось майнить со Shiba. Если вы хотите Dogecoin, кликаем. Майнится Dogecoin. Видим, да? Ну, соцсетей здесь нет. Зато есть у нас чат-поддержка. Не знаю, работает она или нет, но если будут вопросы, можно написать. Значит, это у нас добыча. Купить энергию, то есть мощность. Здесь вот калькулятор, вот это, он кликабельный. Можно выбрать любую сумму, что вы тут хотите покупать. Это на свой страх и риск. Имейте в виду, что любые инвестиции в интернет — это всегда риск. И также выбирайте, что вы хотите. Shiba. Так, вот Shiba на данный момент стоит. Цена ГХС в день, в месяц, процент в день и всего инвестиций. Также вот здесь стрелочки, кликаем. Это Dogecoin. И все то же самое. Это после депозита уже. Сначала нужно сделать депозит. Я сейчас все покажу. Обмен. Можно, если вы майните Shiba Inu. Вот смотрите, у меня 0.38 вот этих
монет. Можно поставить максимум и на Dogecoin. Здесь, кстати, можно выбирать на что? BNB, Ethereum, это Monero, наверное, Dogecoin и Shiba. Да? Так. Как это все убрать? Нет, это значит... Подождите, хочу, что я хочу. Шиба на Dogecoin. Так. И клику обмен. Все, и вот эти монетки, что у меня были, вот эти 38, они перешли на Dogecoin. Вот таким вот образом производить обмен. Далее вкладочка депозит. Вывод. Значит, здесь можно делать депозит. Пожалуйста, Ethereum, Binance, Monero, Dogecoin, Shiba Inu. Выбирайте криптомонету, например, Shiba Inu. Минимум вот такая вот сумма. Если депозит в Dogecoin, то минимум депозит одна монета, один Dogecoin. И депозит требует одно подтверждение. И как бы будет в кабинете после 3 подтверждений. Копируете этот адрес, переводите на него монеты. И после чего, когда монета поступит, покупать энергию. Далее депозит Monero. Вот такая вот сумма. Binance. Вот такая вот сумма. Тут будьте внимательны. BEP20. Ethereum у нас. Вот такая вот сумма. Тоже ERC20. Также копирую адрес и на них переводить монеты. Ну и вывод. Можно также выводить Shiba Inu, Dogecoin, Monero, Binance, Ethereum. Значит, Shiba у нас на... Есть BEP20, ERC20. Выбираете. Вот. Минимум вывод. Значит, 20 тысяч шиба монет. И плата за сеть они берут 200 тысяч, ребятки. 3 тысячи плата за сеть. А минимальный вывод 200 тысяч. Далее Dogecoin. Вывод. 20 Dogecoin. Плата за сеть. Одна монета. Monero. 0.01 XMR. Ну и тут комиссия. Binance у нас сколько здесь? 0.03 BNB. Ну и плата ниже. И Ethereum у нас... 0.01 Ethereum, ну и вот тут плата. Вот такой вот майнер. Следующая вкладочка. Идет партнерская система. Значит, 5% за рефералы и 150 шиба за каждую регистрацию. И реферальная ссылочка, вот она. Также, если мы кликнем, она автоматически копируется. Следующая вкладочка. Зарабатывай. С YouTube можно записать видео. Это уже для YouTube-блогеров. И что-нибудь дадут. За каждый просмотр вы получаете 30 наград шиба. Просто создайте видео о нашей платформе. Руководства здесь нет ничего. А вот добавить видео, кликаете. Сюда вставляете реферальную ссылочку. Ой, ребятки, не реферальную ссылочку. Видео, ссылочку с YouTube на ваше видео. Далее, смотрите вот здесь. Ваше видео должно быть не менее 2 минут, рассказывающее о нашей платформе. И чтобы подтвердить ваше видео, вы должны добавить вот этот вот текст в описании. И вот это вот ID. Все вот это скопировать и добавить. Я это скопировала. И скопирую, добавлю в описание.
И после чего, когда это все вы сделаете, кликнуть «Отправить». Вот. Такие вот условия. Ну что, здесь больше такого и нет. Значит, новости я вам показала, руководство о нас. Это домашняя страничка. Вот почему-то письмо не приходит. Может, и не должно приходить. Ну вот, надо перезагрузить. А, добыча. Ну, что-то зависло. Купить энергию. И добыча. Ну, ладно. Вот такой вот майнер. Кому интересно, заходите. Пробуйте без вложения, но откладывать имейте в виду. Это свой страх и риск. Всем удачи, всем пока.